Новость последних часов. Следственный комитет в Липецкой области возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата городской думы Михаила Пахомова. Накануне 37-летний народный избранник не явился на важное заседание, и его коллеги забили тревогу. Параллельно в полицию обратилась женщина, которая, по ее словам, видела, как на одной из улиц города силой запихивали в автомобиль какого-то мужчину. На месте происшествия сотрудники полиции нашли ботинок и сотовый телефон, принадлежащий Михаилу Пахомову. Следователи полагают, что депутат мог стать жертвой преступления. Уголовное дело возбуждено по статье убийства.